Завершился чемпионат Европы 2023 года. Ваши впечатления и вообще все ли удалось сделать, что было запланировано? Ну, мне кажется, чемпионат прошел на высшем уровне. Все прошло, в принципе, внешне очень гладко, хотя были некоторые шероховатости, которые мы решали по ходу чемпионата, но, в принципе, все прошло гладко, хорошо. Самое главное, что был показан неплохой, высокий, даже можно сказать, уровень самбо. И соревнование закончилось без таких значительных травм, и это самое важное на празднике спорта этого. Я понимаю, что мы на правильном пути, потому что заняв 11 призовых мест, мы все расстроены. Надеемся улучшить наш результат на следующих чемпионатах. Мы сделаем домашние задания по этому чемпионату и надеюсь справиться. И пожелание в адрес израильтян, которые думают, а прийти ли им на самбо? Ну, во-первых, всем израильтянам я посоветую заниматься спортом. Это в первую очередь. И желательно, чтобы это был соревновательный вид спорта. Но самбо – это великолепный вид спорта. И я надеюсь, что вы выберете самбо и придете к нам.